В ивановском текстильщике новый тренер. 1 февраля Вадим Валентинович Евсеев официально назначен главным тренером. 41-летний Евсеев ранее входил в тренерский штаб текстильщика. С 2015 года работал в пермском футбольном клубе «Амкар», где был помощником Гаджи Гаджиева. Переговоры с Евсеевым велись давно. Но, как пояснили нам в правительстве региона, он был связан контрактными обязательствами и не мог взяться за ивановскую команду. Сейчас футболисты уже приступили к тренировкам под руководством нового тренера. Перед клубом поставлена задача попасть в тройку. На данный момент текстильщик занимает 7-е место в турнирной таблице зоны «Запад», набрав 24 очка в 16 матчах. Отметим, что бывший наставник команды Сергей Петров переведен на должность спортивного директора клуба. Вот такие люди, они просто так не уходят. В любом случае, его опыт, он будет востребован, он будет помогать тренировать молодежную команду. То есть, безусловно. Этот специалист останется в структуре клуба. Это и наш воспитанник, и человек, который многое отдал клубу. Мы благодарны за эти месяцы работы с ним. Вот. Мы не говорим и не критикуем его работу, но на сегодняшний день нужно какое-то дополнительное, так сказать, эмоциональное влияние в команду. Ну и, соответственно, этот тренер он усилит, имея опыт его в «Амкаре», ну и как заслуженного футболиста и с мировым именем, который играл за сборную России.